субботу, 25 января, хоккейный клуб «Саров» в рамках чемпионата Нижегородской области высшей хоккейной лиги примет на своем льду команду «Кстово». Начало матча в 13 часов. Вход на трибуну со стороны улицы Московской. Канал 16 будет вести прямую трансляцию встречи на нашем канале в Ютубе и группе ВКонтакте. Для лиц старше 12 лет.